А я знаю место, где можно увидеть японских кукол. Мы находимся на выставке «Япония. Куклы, сказки и легенды», которая находится в Кремле в Измайлово. Мы собрали куклы, которые сделали наши российские художники. Куклы делаются из разных материалов. Например, головы, руки, они делаются из современных полимерных глин. А вот все остальное – одежда, какие-то аксессуары. Здесь уже фантазия художника безгранична. Художники используют бумагу, картон, железо, камень. Все, что им придет в голову. То, что вы видите сзади меня, посвящено празднику девочек. Главным аксессуаром и атрибутом этого праздника являются вот такие куклы. Они называются хины-нингё. У праздника мальчиков тоже есть свои куклы, но совсем другая символика. Как вы догадались, это куклы, связанные с воинами, с самураями, с доспехами. Это мальчик, которого зовут Момо Таро, мальчик-персик. Его родители выловили в реке, и он стал самым сильным мальчиком в Японии.